Еще я передачу видел насчет того, что у вас там какая-то онкология, да? Ну, это было, это было 12 лет назад. Я просто вот сейчас все обсуждают в цехе историю с Жанной Фриске. Вот вас я не помню, чтобы вы как-то с этим отметились. Я на 5 лет пропал, и мы это не афишировали. Ага. Мы не делали на этом, как говорят, рекламу. Ну, Жанка не рекламируется, понятно, Жанна – это трагедия. А мы просто спрятались и лечились, и все. Угу. Не стали рассказывать. А говорят, что здесь решающее значение имеет как бы установка и вера в то, что все получится. Да, вера. Вера вообще имеет решающее. Вы верующий человек? Очень, я, ну, я для верующий. Вас не будет открытия, очень не вяжется с вашим сценическим. В церковь я не хожу в таком виде, конечно. А вы даже в церковь ходите? Да, безусловно. Почему безусловно? Можно верить и я хожу. Не совершать ритуал. Мне нравится. Как давно? Я с детства. Угу. Прям с детства? Да. Что вы называете детство? Бабушка была очень верующей. А вы крещеный? Крещеный, конечно. Угу. Понятно. И, в каком виде вы в церковь ходите? Я пытаюсь представить, шура в церкви. Так вот. Пальтишки. В клубе понимаю. Пальтишки. Пальтишки, да? Да. А вас оцифровывают? Узнают прихожане? Узнают. Так. А у вас, может быть, и батюшка есть, которому вы? Есть отец Серафим, да. И вы исповедуетесь? Он просит иногда, да. Ага. Понятно. Так-то я не шибко. Не политкорректно, но без злого умысла. Иронично, но без сарказма. Пристрастно, но по-честному. «Правда-24» и Евгений Додолев. С понедельника по четверг в 19:30 на телеканале «Москва-24».